понедельника на выезде из Петрозаводска на пересечении Лесного проспекта и Суэровского шоссе изменится схема движения транспорта. Будьте внимательны и обращайте внимание на дорожные знаки. За минувшие сутки коронавирус в республике выявлен у 155 заболевших. Выздоровел 161 человек. Глава Карелии внес изменения в распоряжение о противодействии распространению COVID-19. Разрешенное число участников массовых мероприятий в помещениях увеличено до 50 человек. Работодатели Карелии предлагают безработным более 7 тысяч новых вакансий. С ними можно ознакомиться на сайте mintrud.karelia.ru. В республике объявлен конкурс «Литературная карта России» в комиксах. Работы принимаются до 10 ноября. Их будут оценивать представители комикс-издательств и художники. Информацию ищите в паблике проекта ВКонтакте.